Заседание торжественное, финальное и предельно социальное. Депутаты ЗСК сегодня не только получили благодарности за работу в уходящем году, но и ударно поработали над десятками важных для общества вопросов. Во-первых, решали, как обеспечить регион светлыми умами и рабочими руками. Поможет трудовое обучение и уроки технологии в школе. Но им давно пора отвечать требованиям современной экономики. А один из сдерживающих факторов для ее развития – нехватка специалистов в прикладных профессиях, тех же механиков, слесарей или сварщиков. Губернатор Вениамин Кондратьев уверен, знакомить с рабочими профессиями можно уже в школе. Для этого он предложил создать учебно-производственные комбинаты для учеников средних классов. Безусловно, не хватает рабочих специальностей, не хватает. И вот, может быть, подумать, что УПК организовать не 10-11 класс, а, допустим, 7-9. Вот это будет умнее, но и здесь бизнес, я вот обращаюсь здесь к заместителям, здесь Василий Александрович, вы курируете промышленность и все, подключите бизнес, это же им не хватает, промышленникам сегодня рабочих рук. Пусть не только за счет бюджета, а при условии софинансирования давайте сорганизуемся. Мы же для промышленности края, для сельского хозяйства, для иных отраслей экономики нашего региона будем поставлять рабочих специалистов. Здесь и вторая функция. Мы воспитываем ребят и девчат, которые что-то ручками умеют. Они же кроме гаджета, там, интернета, ничего, ни шуруп, ни иголки. И получается, как вот старинная кубанская прибаутка говорит, а что девки делают? Говорит, шьют да поют. А матери что делают? Распарывают и плачут, понимаете? Так вот, чтобы матерям распарывать не пришлось потом, а чтобы девки шили там качественно, четко, с пониманием. И почему этот вопрос стоит первым в повестке дня, ни у кого, очевидно, нет сомнений. Почему? Потому что это основа экономики Кубани следующих лет. То, что спрос на рабочие профессии сохранится, сомневаться не приходится. В Краснодарском крае нацелены чуть ли не на промышленную революцию. Возрождение заводов и строительство новых производств – один из приоритетов экономического развития региона на ближайшие 12 лет. Для нашего региона этот год был динамичным. И динамика была положительной. Это, наверное, принципиально. И важно для нас, для того, чтобы мы ни в коем случае динамику роста экономики региона в следующем году никак не замедлили, а только нарастили эту скорость. Давайте вот посмотрим на цифры. Промышленное производство выросло на 104%. Хотя мы не промышленный регион. Мы не промышленный регион. Но тем не менее, вот наши действия, это точные действия, а я надеюсь, что в следующем году они будут системными, потому что у нас появится фонд развития промышленности, и мы сможем еще сильнее нарастить этот процент. Еще один важный итог на сегодняшний день – это полностью выполнен план наполняемости краевого бюджета на 100%, что позволяет нам быть устойчивыми, еще раз подчеркиваю. И какие-либо там катаклизмы экономического характера, я уверен, Кубани не грозят. Социальная сфера при этом не останется в тени. В будущем году увеличат финансирование соцпрограмм более чем на 1 миллиард рублей. А в календаре памятных дат Кубани появится еще одно число – 3 февраля, день высадки десанта советских войск на Малую Землю. Край готовится отметить 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И военным подвигам земляков будет посвящено еще немало вопросов в рабочей повестке ЗСК. Но все они прозвучат теперь уже на заседаниях будущего года. Александр Иванченко, Татьяна Ивлева, Денис Перец, Алексей Комаров, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар.